Ребят, всем привет! Вас мучил всех вопрос, где Вейд? Ребят, ну вот же он. Say hi! Hello! Он просто военный и был в командировке полгода целых. Вот только вернулся, и они с Надей приехали к нам в гости. Ну, поздравить там туда-сюда. Везде цветочки. Везде тюльпаны с этими... С корнями, короче. Вот такие вот дела. А Эмили загипнотизировала Надю. Они уже 2 часа так стоят, смотрят друг на друга. Ну скажи что-нибудь, Надя, скажи привет. Маму твою, она же тоже так узнает? Да, каток тебя опала. Ну, в основном нас только. Ну, Катю так вообще узнает, она сразу такая, о, и в сторону, ну, начинает смотреть Катя. Она реально меня смотрит, я не села, у нее глаза не спрашивают. Ребят, посидели у нас, пообщались мы. Боже мой, нет, ну вы видели этого волкодава? Это просто очень опасный зверь. Такой может вообще загрызть спокойно. В общем, они уехали. Мне в этот прекрасный солнечный морозный день надо съездить на почту. И ветерок мои уши колышет. Почему-то в этом переулке всегда ветер какой-то дует. Тут между домов. В общем, мне надо заехать. Мы заказали чайник. Нам почему-то отправили какую-то китайскую кокулю. Хотя тут все китайское, но все равно. Не то, что мы заказывали. Я вообще не знаю, почему. И мне, значит, надо отправить это дело обратно. Как бы вот их косяк, я должен сейчас ехать куда-то в очереди, стоять там на почте, идти распечатывать какие-то лейблы. Ну, короче, вот это самое интересное действие, я сейчас вам покажу, как это происходит. Сначала надо проверить, не пришло ли там новых косячков. Правильно? Правильно. Так, ну ничего интересного, просто спам какой-то. Я пришел к нам в комплекс, в офис. Здесь есть компьютер, и мне надо распечатать как бы returning label. То есть мне его надо распечатать, наклеить на коробку и прийти на почту, чтобы отправить. Здесь как бы адрес, и по идее это все оплачено. Вот. И, ну, вот здесь принтер, и я напечатал еще одну бумажку, одну положить вовнутрь. Принт. Ага, большой, надо поменьше. Такой, наверное, да? Ну, в принципе, на пол листа тут много. А я распечатаю, короче, на пол листа и вот такой, наверное. Работает? Работает. Так, и такое сделаю на всякий случай. Все, это, кстати, я думал тут USPS, типа United States Postal Service, а здесь UPS. Надо в другую ехать почту. Блин, я не знаю, где UPS. Надо пойти посмотреть. О, все, нормик. Мне пришлось с собой взять ножницы, скотч. Вот одну бумажку кладется вовнутрь, чтобы они знали, что это я возвращаю. И, наверное, вот эту большую. Сейчас отрежу, на скотч приклею тут все. Да, в принципе, нормально как раз влазит. У нас, оказывается, возле Смита супермаркета есть UPS. Сейчас зайду, отправлю. This one's ready? Yes. Okay. And for this one, I also don't need to pay, right? Nope, I'll pay. Okay. You're all set? That's it? Yep. Okay. Вот и все. 2 минуты делов. 40 секунд делов. Ну ладно, в очереди хоть стоять не пришлось. Но все равно время-то потратил. Одеться туда-сюда сходить. Пожалуйста, чуть-чуть. Да соседи подумали, что я идиот. Вернулся домой. Соседи сюда двери открыты и окна. Там так пахнет вкусной едой какой-то. Постоянно что-то готовят. Или это у нас пахнет вкусно? Такое ощущение, что это у нас. Открывать никто не дверь. Тук-тук. Открывают. Это у нас вкусно пахнет? Нет. Жалко.
Катя делает очень прикольное видео в Инстаграм. Ребят, обязательно подписывайтесь там, как у нее живот рос. Там прикольно. С Эмили на руках. Папа тут просто у нас эвакуировал компьютер и смотрит сериал. А тут происходит готовочка. Что это будет? Картошка будет в духовке. Прикольно. А это что? А это будет курица в кляре. У-ля-ля. Мама приготовила обед. Такая вот аппетитная картошечка. И куриное филе. Такое вот вкусненькое. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Ребята, вот вы всегда пишете в комментариях, что Эмили похожа на меня. Ну, не всегда, но большинство. Да. Все на меня в Инстаграме. Все на меня в Инстаграме? Да. Подписывайтесь на Катю в Инстаграм. Но я вам сейчас покажу Катины детские фотографии, и вы поймете, что Эмили просто один в один Катя. Да не один в один, но на меня она тоже похожа. Ну, в детстве точно очень похожа. Сейчас сами увидите. Ну, разве это не Эмили? Вы только посмотрите, кривые ножки такие же. Какие такие же? Ну-ка, не показывай ножки. На этой фотке реально очень похожи. Прям очень похожи. У меня есть где-то тут фотография, сейчас я вам покажу, смотрите. Ну, почти. Такая же недовольная, типа, что? А помните, да, мы вам рассказывали, что я не улыбалась раньше? Да, ну смотри, вот нос прям вообще очень похож, да и губы тоже, просто он там не улыбается. Видишь, похоже как? Очень, между прочим. Вот еще одна Катина фотография. Видите, как она улыбается? Вот это мама с папой. Да. И Катя такая вся улыбчивая. Тоже такая же. Где еще? А, вот еще. Есть тоже детские фотографии. Здесь я уже улыбаюсь. Угу. Научилась уже. Это что у нас? Вот это вот. Вот это вот мы на чем показывают, альбом Катин с детскими фотографиями. Мы уже его показывали. Да, мы уже показывали детские фотки. Мы можем еще раз показать, если напишите, покажи. Такие вот такая смешная, это мы ее купали, она такая, что происходит? Вот это уже я в детстве. Посмотрите, какие у меня роскошные, просто белые, блондинистые волосы. Вот Эмили. Родители ржут над нами? Не знаю. Похож? Ну, ты, кстати, на вот этой фотке на маму похож. Да? Вот тут, кстати, между прочим, я смотрю, у меня тоже разрез глаз, как у китайца. Такой, видишь, острый. А типа у тебя сейчас... Нет, сейчас у меня круглые глаза. Ну, носик похож, кстати. Вот еще одна моя детская фотография. Тут как бы я пальцем закрываю просто эротику. Это я на ковре ползал. А вот тут на кого она похожа? Тут на Эмили. Такая красивая. И вот еще я, смотрите, с братом. Вот я так классно улыбаюсь. Мне вообще так нравятся эти фотки. Я улыбаюсь. Вы думаете, я лев? Но это улыбка. Вот здесь, кстати, похож на маму. Это мой брат. Так, это не то, это не то, это не то. Это не то, это не то. Вот еще мне нравится моя улыбка. Ты видишь? Да тут тоже она похожа на тебя. Думаешь? Я сама не знаю, на кого она похожа. На нее смотришь иногда, она похожа на тебя. Хоп, смотришь потом на нее, она похожа на меня. Ты, нет, ты вот видишь, какой красавчик в банте, в брючках, рубашке, возле елки стою. Там подарки лежат, смотри, видишь, в пакетах. Уля-ля, елочка вся такая наряженная. Вообще такая смешная. Я такой... Ну, видишь, у меня волосы так же, как у тебя, растут. Форма головы, как у тебя. Ну, тоже красивая девочка. Кто еще хочет посмотреть мои детские фотки? Вот он я. Это чисто банда, бандовская. Вот мой брат. Это баллончик с фарт. Написано, видите, типа с пукишами. Так. Что-то еще интересное. Тут ничего интересного. Мы такие, че, кого на лавке сидим? Что-то мы, видите, день рождения, что-то отмечаем. Ну, вот это вообще четкие пацаны, просто нам тут по 12 лет. Какие по 12 лет, по 10, наверное. Димас просто. Такие вообще просто четкие в подъезде пацаны. О, вот это вот лагерь в Солнечном, смотрите.
Где я? Вот он я. С зубной пастой на башке. Какой-то недовольный. А вот мой брат. На картах. Боже мой. Это тоже лагерь. Где-то мы тут сидим. Где я? Так, вот он я, вот мой брат, вот козырь. И вот еще одна просто супер-мега-пати-вечеринка. Мой кореш, козырь. Это я, видите, как классный. Спасибо, бандит. Вот это Паша. Это мой брат. Саша, Дима, Семка. Ну ладно, ладно, уговорили. Покажу вам Катины детские фотографии совсем долечку. Вот она, видите, кто узнал. И вот. Такая, что тут что-то рисует. Видишь, ты улыбалась, что ты всех обманываешь. Дома. Дома. Ну да, кстати. Смотрите, у меня модная обувь. Что это такое? Я хотел так приблизить. Типа, что это? Вот еще одна фотография. Это где кис? Подгорело. Вот это просто шикарнейшая фотография. Если бы я сейчас такую сфоткал, мне бы Катя сразу пристрелила. Просто такая маленькая, тут все комната. Это Катин любимый кот. Я не помню, как его зовут. И я постоянно забываю. Там то ли Кузя, то ли Петя. Что-то типа того. Вот он. Она его постоянно мучила, и он ее постоянно царапал. Как вы думаете, почему Катя такая счастливая? Потому что она мучает кота. Вот видите, да, его вообще не видно. Да почему я хочу вот так приблизить? Такая какая-то уже подпила немножко. Видно сразу Новый год. И напоследочек. Это что, у тебя Барби в руках? Да? Да. И вот еще одно. Катя читает «Русалочку». Ну, это Катины родители, как бы понятно все, да? Такие вот смешные мы были в детстве. Вообще, на сегодня влог уже подходит к концу. Все уже легли спать. Ну, все это Катя с Амелией, а родители еще смотрят кино. А я сейчас тут доделаю с Настей. Короче, крючки привяжу еще парочку штук, чтобы быть готовым в любой момент, когда наладится погода, поехать на рыбалку. И... Да, поймать 20 тысяч рыб. То сейчас на улице очень холодно. Тут в ближайшие дни обещали минус 4. Представляете? Это незаконно в Лас-Вегасе. Сейчас 5. И сегодня минус 1 будет ночью. Завтра минус 1,9. Это только я в субботу или воскресенье поеду. Когда будет 16 градусов. Ладно, ребят, буду уже с вами прощаться. Всем хорошего дня и пока-пока.